там ни к чему. Сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. Если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Я не давал товарищам советы, но знаю я, разбой у них в чести. О, только что я прочитал про это. Не ниже трех, не свыше десяти. Нарушителю, это поражение.